Кстати, по поводу вентиляции. Есть еще такой интересные такие спины. Вот, соответственно, ну, у дьютера это называется система Air Comfort, как бы, да, то есть она у разных производителей по-разному называется, да, то есть это в целом, как бы, как это называется в просторечии, сеточная, как бы, спина. То есть в данном случае на спине, как бы, только сеточка присутствует, такая вот опирается, да, то есть. Вот, это особенно популярно у велосипедистов. В силу того, что, соответственно, велосипедист у нас, как правило, как бы находится вот в таком вот положении, да, то есть вот, и, соответственно, вентиляция у него особенно, как бы, удачно осуществляется, при этом для него там некоторые моменты не принципиальные, в связи с тем, что он вот так вот находится, у него вот здесь, как бы, давление, как бы, самого веса, как бы, идет минимальное. Вот, но также в туризме, как бы, это тоже используется как такой легкий, как бы, вариант, особенно в тех случаях, когда там по ходу выходного дня, то есть вот, может также использоваться там для каких-то коротких вылазок, там, как штурмовой в некоторых случаях, там, ну, в горы вряд ли, потому что тут там вес больше влияет, но для каких-то там радиальных выходов, как бы, из лагеря тоже может использоваться. Вот.